Некоторый город представляет из себя улицы вот такого вида. Отрезки улицы. Мэр этого города решил произвести снос нескольких улиц. Ну, в Москве же, ну, что смысл, да? Замечательно, там тоже решили сносить. Принцип такой. В первый момент машина расположена здесь, и едем с поднятым ковшом скалка. Поэтому первую улицу мы не сносим. После этого экскаватор начинает своим ковшом все подряд уничтожать. Ну, например, вот так. Потом куда хочешь поворачивать. Да, по снесенной улице ехать уже нельзя. Потом поворачиваем. Дальше сносим, например, вот эту. Поворачиваем сюда, проезжаем. Сносим, например, вот эту. Проезжаем прямо так, сносим вот эту. Проезжаем, сносим вот эту. Проезжаем, сносим вот эту. Проезжаем, сносим вот эту. Так, ребята, можно я начну написать? Ну, в общем, и так далее. Задача. Какое наибольшее количество улиц вы можете снести? Где ваш маршрут закончится, никого не волнует. Важно, что по снесенной улице ехать нельзя. И для создания иллюзии, что мы сносим не все подряд, мы одну улицу, значит, проезжаем, не сносим, потом следующую сносим. Дальше не сносим, сносим и так далее. Так, давайте я вам сразу объясню такую простую вещь. Невозможно сделать, чтобы вот в этой точке обе были снесены. Нельзя добиться, чтобы вот в этой точке все три были снесены. Ну, единственное, там, конец маршрута, то есть, возможно, так и сносим. Сносил, конечно, это тоже снес и остановился. Это, в принципе, да, но это только в конце маршрута, такая точка максимум одна. Так, давайте посмотрим, сколько здесь всего у нас узелков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это сколько? Это 36. Замечательно. Значит, в каждом из них, кроме, может быть, одного, должен быть снесенный конец. Значит, минимум 35 неснесенных концов. Ну, отрезка два конца. В общем, так говоря, минимум 18 отрезков должны остаться. Может быть и больше, но 18 точно останется неснесенных улиц. Так, сколько всего было улиц? Легко посчитать, что здесь их у нас 5 штук, 6, 30 и 30 горизонтально, всего было 60. Ребята, если кто-то из вас сможет снести 42 улицы, то в таком случае задача будет полностью решена. Сначала минимум? Да. 10, отлично. 12. Ну, упорно лезет вверх. 14. 15, отлично. 16, 18. Ребята, все, что называется, зафиксировали картинку, поняли, что так действительно можно пройти, да? Так, 19, 20, да. 21, 23. Пока что удивительно спокойно. 24, 25. Отлично. 26. Друзья. Здесь 27, да. 28. Отлично. 29, 30, великолепно, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, отлично. 38.
39, 40, 41, 42. Молодец. Вот, надеюсь, вы никогда не будете Собянином. В общем, суперразрушитель наш контакт. Если надо будет, то... Все поняли, догадались, почему это больше, да? Потому что в каждом узле, ну, кроме, может быть, самого последнего, но такой максимум один, у вас хотя бы один непройденный отрезок должен быть. А узлов у вас всего 36, и поэтому минимум 18. Отлично.